Саакашвили рассказал, как зарабатывает на жизнь. Основной доход бывшего президента – чтение лекций. Бывший президент Грузии и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что зарабатывает на жизнь, читая лекции. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Этер». «В роскоши я не живу и никогда к ней не стремился. Я живу очень скромно и нормально. У меня нет никаких незаконных доходов, нет и не было никакого бизнеса. У моих родственников нет бизнеса и никогда не было. Но члены моей семьи получают хорошую зарплату. У меня бабушка работает, мама работает, жена работает, я работал», — заявил Саакашвили. По его словам, доход от чтения лекций превышает годовой доход его родственников. Напомним, после прорыва границы Саакашвили вместе с женой жил в львовской гостинице «Леополис». По материалам сайта news.com.